В работе заседания совета принял участие глава региона Максим Егоров. Он отметил, что добровольческое сообщество региона сегодня насчитывает 365 волонтерских организаций. Почти 90 тысяч тамбовчан занимаются этой деятельностью. Одна из приоритетных задач – открытие муниципальных ресурсных центров волонтерства. Планируется, что к концу этого года такие центры будут созданы в каждом муниципальном округе, что позволит обеспечить взаимодействие между волонтерами, организациями, органами местного самоуправления, бизнесом и местными сообществами. Прорабатывается и вопрос расширения поддержки волонтеров. Задачу по развитию государственной поддержки добровольчества ставит наш президент Владимир Владимирович Путин. Поэтому важным для обсуждения, считаю, вопрос о мерах поддержки добровольчества. Уже сейчас в единой информационной системе в сфере развития добровольчества добро.рф представлено более 930 мер поддержки, самостоятельно размещенных через личные кабинеты региональных органов исполнительной власти, коммерческих и некоммерческих организаций из более чем 75 регионов. В числе основных задач, которые сегодня стоят непосредственно перед волонтерским сообществом региона, как было отмечено, поддержка всех нуждающихся, действующих военнослужащих, мобилизованных и их семей.